Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, сегодня поедем мы на ЗИС-5 по побережью. Сконвертил я ЗИС-5. Скажем так, те модельки, которые были в воркшоповских файлах, мне не понравились, поэтому я сам сделал ЗИС-5 и настроил так, как мне больше понравилось. Поедем на побережье в сетевом режиме. Думаю, еще, наверное, нужно будет добавить туда груз. В принципе, в гаражной части ремонт, топливо он возит. Ну там на всех, в принципе, еще добавить, наверное, что-то. Так. Ну и возьмем с собой полевую кухню. Ну, естественно, еще сделаю синхронизацию света. Так. Что-то подвисает, зараза. О, отвис. Нормально. Блин, а нам, наверное, не хватит же, да, открыть гараж. Ну ладно, давайте просто проедемся, скинем, что есть. Застрял. Ну да, и проходимость тут я сделал немножко получше, чем на тех, которые уже есть сконверченные, выложенные в воркшопе. Так, как бы нам тут переехать-то, ё-моё.
сейчас поплывем. Сейчас поплывем. Отлично перебрались. Да е-мое. В принципе, отличная замена дефолтному транспорту. К тому же самому Зилу, там, УАЗику. Хоть и задний привод нормально, он едет, как бы, в принципе, адекватно себя ведет на карте с лебедочкой, но, как говорится, потихонечку, ну, пролазит. Тут еще добавить надо груза. Камеру подправить, а тут камера где-то в них. О, блин. Пахнет такой скрин. Так, надо вылазить как-то отсюда. С этой камерой, ё-моё. Залезли мы. Туда, куда надо. Ладно. Хочешь так? Давай. Вот так. О, черт, Валерий. Вот только я зацепился, даже сам не пойму, куда. Давай теперь сюда его перетянем. Давай, давай. Все, такое. Все, проскочили нормально.
все адекватная проходимость, то есть пищит, но лезет, как говорится. Поэтому, ребята, вот будет доработочка данного автомобиля тоже окончательная, тоже, я думаю, когда руки дойдут, я допилю его и выложу. То есть мониторьте в группе, на канале. В принципе, тут осталось по грузам синхронизацию света, камеры еще поставить. И, наверное, все. Дальше с этим данным модом делать я больше ничего не буду. Как говорится, приехали. Ах, моего. Да ладно. Так. Понижайка не поможет. Понижайка не поможет, походу. Блин, вот это кухня полевая, конечно. Что-то я ее раскорячил вообще жестко. Как тебя зацепить это за что-нибудь хоть можно? О, можно. Все, сейчас выйдем, парни. Ой-ой-ой, а может и не выйдем. Давай. О, все. Теперь должна пойти, родимая. Все, полетели. Ух. Не, аппарат прикольный тоже. Мне нравится. Ух. Вот это автомобиль. Я, кстати, ребята, еще хочу напомнить или предупредить, не знаю, и напомнить и предупредить, что ссылочки, если под видео нет, ссылки на канале, то есть она кончилась. Я обычно выкладываю турбобитовские. По возможности буду выкладывать запасные ссылки. Или пишите в личку в группе ВКонтакте, если ссылочки нет. А то постоянно там начинаете ругаться, что где ссылка, где то, где это. Я же тоже не робот и не всегда все помню. Поэтому кому надо, тот найдет. И в личку напишет, как бы, в группе там, да? Поэтому не стесняйтесь. Пишите. Не даю гарантию, что сразу всем отвечу. Главное, чтобы вопросы адекватные были. Это раз. Не задалбливать вопросами, два. Ну, естественно, по существу, как говорится. Да что ты, блин, опять засадили здесь. Давай, дружбан. Так что вот данный мой конверт ZIS-5. Как будет доделан, тоже ссылочка. Ребята, ну еще раз повторюсь, мониторьте. У меня группу и канал держу я один там. У меня нет ни модераторов, никого, администраторов. Поэтому
Поэтому по возможности все. Блин, 3 очка, вот одного не хватает. Парам. Все. Разгрузились. А, блин, можно было на борт еще. Конечно. Прописать 1 очко. И так было бы вообще клево. Открыли бы. Так что вот, ребята, будет данный автомобиль. Скоро в группе. Ждите. Если я в отпуск сейчас не уеду, то допилю и выложу. Так что всем удачки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.